абсолютно согласна с вами, что это говорит об усилении рациональности потребительского и финансового поведения россиян. И, в принципе, действительно, это пока что можно трактовать как позитивные такие сигналы и знаки. А мы в этом были отстающие от всего мира, кстати, раньше? Это у нас какое-то сейчас проклюнулось осознанность неожиданно? Нет, я не думаю. На самом деле, такая своего рода гонка потребления, она свойство... Хорошим, ну, немецким.